Друзья, всем привет. Вот еще один день прошел. Вон, банда. Одни сзади, другие спереди. Ничего не поменялось. Ситуация в городе по-прежнему так же само, ровно. Люся, Пуня. Это у нас Пуня, да? Котейкин. Это Маня. Кися. Да, зашелкуется, я немножко оговорился, она не черная, она синяя. Ой, помню в детстве. Руки все шелкуются. Рот вокруг синий от этой шелковицы. Вот она. Скоро уже массово пойдет. И будем ее кушать. Я люблю ее, а я один я ем. Всеядный. Хотел нарвать сегодня жасмина. Там в заброшке жасмин растет. Да. Поезд ушел. Так издалека. Ну, такой красивый куст. Он начал рвать, лепесточки отпадают, а сами соцветия, сами на месте. Не получилось. Ну ничего. Придется просто чай с жасмином купить, топить. Люблю же чай с жасмином. Сейчас посмотрим, что у нас на озере. Кстати, сегодня холодно. Ну это хорошо. Я люблю такую погоду. Я и зимой сплю открытый. Я не могу полностью под одеялом быть. Да. Ходит рыбка. Потихоньку. Ходит. Маленько. Где-то громко. Завтра поеду, попробую найти мясо, свинину. Куплю, может, килограммчик. Сделаю мясо вяленое в гидраторе. Есть гидратор, есть слайсер, который нарезает его на такие, какие мне надо кусочки. Есть нитритная соль, там 30 грамм на килограмм мяса. Ну, она мешается с обычной солью. Есть паприка, кунжут. Получается с ума сойти. Делается 2-3 суток, но оно того стоит. Делал когда-то мясо сувид. Это мясо готовится в течение 2 часов при температуре 60 градусов воды. Но, правда, нам нужна вакуумная упаковка. А у меня есть вакууматор. Есть специальная... Слышите, как бахает? Ох, и что-то аж тяжелое. Есть специальная полиэтиленовая пленка для вакууматора. Ну так, нормально получается. 60 градусов. Мясо распадается. Класс. Все это я делал. Попробую завтра сделать. Чего только не делал. Кстати, вот замораживал я овощи. Овощи, кабачки делал. Кукурузу морозил. Вот все равно запах холодильника проходит туда. А сделал в вакууматоре, завакуумировал. Кукурузу, кабачки. Помидоры годится только на борщ. Если их достать, они такие, квашня получается. Ну, все равно, как свежий помидор получается в борщ. Так же самое, мы вот морозили, мы в последнее время не варим помидоры, а делаем просто сок. И этот сок разливаем в пол-литровые пакетики с зиплоком и замораживаем. И вот это пол-литра как раз вот этого свежего томатного сока зимой хватает на борщ. Ой, на 3-литровую, по-моему, кастрюлю. Ну, короче, вкусно получается. Вот. Значит, так. Всем хорошей ночи. Спокойной, относительно, опять-таки, мирной. Друзья, надеюсь, что до завтра. Всем пока.